Нацпроекты шагают по стране. В Ульяновской области программа по переселению граждан из ветхого и аварийного жилья реализуется на опережение. Показатель тех, кто уже отпраздновал новоселье, достиг 153%. Обеспечить горожан качественными и комфортными условиями проживания. Такую приоритетную для всех муниципалитетов задачу поставил президент страны на своем традиционном послании Федеральному собранию. За 6 месяцев текущего года больше 200 ульяновцев обрели новое жилье. Сегодня еще 100 человек готовятся отпраздновать новоселье. В этом доме на Ипподромной 14В все ремонтные работы завершены практически полностью. Некоторые новоселы уже получили свои заветные комплекты ключей. Смести мусор в подъездах, очистить лестничные пролеты. За исключением этих элементов порядка, все внутренние и внешние работы в доме выполнены. Сегодня самый значительный недостаток – отсутствие горячей воды. Но счастливые обладатели новых квадратных метров не жалуются. Решить проблему с водоснабжением им пообещали в ближайшее время. Здравствуйте! Заходите, пожалуйста, заходите. Розалия Хамедовна в новую квартиру переехала совсем недавно. 27 июня получила ключи и в этот же день заселилась в свеженькую новостройку. До этого почти 30 лет ее домом была 12-метровая комнатушка в семейном общежитии. Кроме нее в доме в поселке УКСМ проживало еще 36 семей. Дом, конечно, в ужасном состоянии был, но у нас был без удобств. Все удобства были на улице. Ну, как семейное общежитие было там, это как ее... Одна лампочка так висела у нас дома, больше ничего. Новую жилплощадь предоставили с расширением. На 24 квадратах, как оказалось, можно и развернуться. Студийная планировка визуально разделяет кухню и комнату и создает видимость двух отдельных изолированных пространств. Сейчас я просто в раю живу. Единственное, что тут горячей воды нет. Остальное это самое, все хорошо. Даже заранее выполненный ремонт пришелся хозяйке по вкусу. Из старого дома забрала только кухонный диванчик и любимую посуду. Все остальное было установлено в ее новой квартире за счет городского бюджета. Не без поддержки губернатора, не без поддержки администрации. Они все вместе нам вот помогли. Вот, слава богу, вот мы хоть выбрались оттуда. Там уже невозможно было жить. За последние полгода в рамках национального проекта «Жилье и городская среда» расселены 86 аварийных домов. Планируется, что до конца этого года новое жилье получат еще 125 жителей региона. А до конца 2021 года по областной программе переселения граждан планируется расселить 8221 квадратный метр жилья. В новые дома переедут еще 511 человек. Яна Федорищева, Владимир Куликов. Новости Улправда ТВ.